Привет всем! Сегодня будет крутое видео. Покажу вам нереальную торговлю. Я знаю, что вы очень долго ждали от меня торговлю. Покажу вам, как разгонять депозит с 350 рублей. Также покажу вам, как выводить деньги без паспорта. Какие суммы можно выводить без паспорта. И в конце видео я отдам этот счет вам. Я часто такую акцию провожу. Разгоняю счет и дарю его подписчику. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, что нужно сделать, чтобы получить этот аккаунт. Ну все, не буду затягивать, погнали. Итак, счет мы успешно на 350 рублей пополнили. Теперь ищем сигнал. Люди меня спрашивают, как я нахожу сигналы. Вот, смотрите. Вот так я нахожу сигналы. Просто просматриваю пары. Не нравится мне эта пара. Вот Dash. Сразу вижу хороший скальпинг. Увеличиваю, выставляю сумму в 350 рублей и захожу на понижение. Отличная ситуация. Ребята, это шуточная торговля. Я, конечно же, никому такую торговлю не рекомендую. Разве что вот поиграться с депозитом в 350 рублей, ну 1000 максимум. Вот, смотрите, заключаю еще одну сделку на 23 копейки, потому что если у вас на счету остается мало денег, можно заключать вот такие сделки. Смотрите, здесь у нас шикарный скальпинг. Разгонять я, конечно же, буду all-in'ом. То есть заключать сделки на весь депозит. Также люди спрашивают, что такое фикса. Фикса – это фиксированная сумма сделки. Смотрите, да, какой здесь шикарный скальпинг. Смотрите, какой здесь шикарный уровень сопротивления и какой здесь шикарный уровень поддержки. Итак, здесь все идет отлично. Первая сделка у меня закрывается в плюс. И вторая сделка тоже закроется в плюс. Торговлю я уже записал, теперь ее просто для вас комментирую. Выставляю 630 рублей. И теперь нам нужно дождаться хорошего сигнала. Здесь не спешим, ожидаем сигнал. Вроде бы, да, хорошая позиция. На понижение заходить от уровня сопротивления, но я зашел от уровня поддержки на повышение. Выждал отличную позицию и успел. Слава богу, видите, успел. Также видим, нам доступна сделка на 41 копейку. То есть вы знаете, что я сторонник такой вот торговли, таких разгонов. Просто у меня здесь депозит 350 рублей. Если бы у меня на счету было 100 тысяч, конечно же, я бы такой херней, ребята, не занимался. Плюс на основном аккаунте вы знаете, что у меня там лимиты, которые я сам для себя сделал. Там у меня риск менеджмент, так что я создаю еще вот такой вот аккаунт, разгоняю счет и дарю его вам. Итак, шикарно. Вторая сделка заходит в плюс. Отличная позиция, видите, да? Теперь на счету у нас 1134 рубля. Так, здесь я жду отличного сигнала. Вот он, вот резкий выстрел. И от пика я захожу на понижение. Видим, это же валютная пара. Dash. Торгую я в выходные. Кстати, уже видите, да, на криптовалюте можно заключать сделки на одну минуту. Но не на всех активах. Раньше на биткоине можно торговать было только на минутку заходить. Сейчас уже можно на многих активах криптовалютных, я имею в виду. Итак, смотрите, здесь ситуация хреновая, да? Я уже думаю, все, это конец. Уровень сопротивления пробит, цена идет вверх. Я уже, честно говоря, ни на что не рассчитываю, но все может быть. Смотрите, что идет дальше. Здесь я уже надеюсь, что сделка зайдет. И смотрите, последняя секунда. Бац, и сделка заходит. Многие скажут, да тут тебе просто повезло. Да, конечно же, мне здесь повезло. Но, ребята, везет сильнейшим. Так, я хотел уже закончить торговлю, но решил еще одну сделочку заключить. Вот, смотрите, отличная позиция. Выставляю на 2000 и захожу от пика на понижение.
Здесь у нас видим 69%. Bitcoin Gold. Никогда я еще так не торговал. Два улына, три улына и все, и заканчивал. Но я решил пойти дальше. Смотрите. Здесь уже ситуация хорошая тем, что видим, да, цена только подходит к уровню сопротивления и идет откат. То есть не может она его пробить. Это хорошая ситуация. В таких ситуациях график разворачивается. Вот здесь тоже опасно в конце. И все шикарно. Сделочка заходит. И, ребята, с 350 рублей я сделал 3500. То есть увеличил депозит в 10 раз. Вот все мои сделки. Торговал я 11 числа. Можете проверять. Часовой пояс теперь у меня плюс 2. Был плюс 3. В зимнее время уже у меня пояс часовой плюс 2. Вот все сделки. Шикарная торговля. И я решил попробовать вывести эти деньги. Ввожу 3449 рублей. Копейки я оставляю. И отправляю заявку. Посмотрим, через сколько времени придут нам деньги. Итак, ребята, через сутки деньги мне пришли. Смотрите, пополнял я в 2 часа дня. 11 ноября, 12 ноября в 12 часов деньги мне пришли. Пополнял я на 350 рублей. 3449 рублей. Мне упали на счет. Вот такая вот ситуация. Деньги мне вывели без верификации. Теперь, сколько можно выводить денег без верификации? Ребята, здесь как повезет. Но, по моим наблюдениям, суммы до 5000 рублей вывести без верификации гораздо-гораздо проще. Но в любом случае, рано или поздно верификацию у вас потребуют. Вы можете выводить там по 1000, по 500 рублей, там по 3000 рублей без верификации очень долгое время, но все равно рано или поздно документы у вас потребуют. Еще очень важная фишка. Вот этих вот фишек вам никто не скажет. Это все на моих наблюдениях. Ребята, чтобы выводить деньги без верификации, лучше всего заводить деньги не с карты, а с электронных кошельков. Итак, ребята, смотрите, я специально оставил на счету, видите, 90 копеек. Зачем? Чтобы протестировать, дадут ли мне 100% бонус. Смотрите, я вот хочу пополнить счет, да, к примеру, да, вот на 5000 рублей мне дадут бонус только 20%. На 2000 дадут бонус только 10%. На 350, если я опять захочу пополнить, мне никакого бонуса не дадут. Как получить 100% бонус? Нужно на счету оставить копейки. Перед тем, как вы выводите деньги, нужно оставить копейки. Вот я оставил 90 копеек. И теперь на эти копейки я попробую заключить сделочку. Заключаем сделку и вуаля, смотрите, 100% бонус у нас появляется. Люди писали мне, что это не работает. Работает. Тестируйте, это работает. И теперь смотрите, я беру пополнить счет. Так, здесь еще не дают нам. Вот, нажимаете сюда и смотрите. Пополняете вы на 2000, дают вам еще 2000. Но этот 100% бонус действует час. Вот в течение часа вам нужно успеть пополнить счет. Так что вот такой вот баг. Не выводите все деньги. Оставляйте копейки, если вы хотите получить 100% бонус. Это крутая фишка. И она реально работает. Но она работает от 2000 рублей. Смотрите, если мы хотим пополнить на 500 рублей, бонуса не будет. Если на 1000, тоже не будет. На 2000, все, видите, уже идет бонус. На 1000000 рублей? Нет, на 1000000 нельзя, да? На 200000 можно, то есть на 100000. Давайте протестируем. На 200000 можно пополнить? Да, дадут там еще 200000 бонусных денег. Представляете? А на 900000? Да, можно на 900000, ребята. Еще почти лям нам дадут бонусных денег. Эти бонусные деньги выводить нельзя. Еще раз вам напоминаю, это подушка безопасности.
То есть вы в любой момент можете вывести свои вложенные деньги, то есть те деньги, которые вы вложили, и те деньги, которые вы заработали с помощью бонусов. Вот так вот. Так, что у нас по сделке? Сделка у нас не зашла, но бонус на 1 000 000 рублей я могу взять. Вот такая вот крутая тема, ребята. Теперь, что нужно сделать, чтобы получить 3500 рублей от меня? Вам нужно написать комментарий под этим видео в Ютубе, очень важно, в Ютубе. И чтобы этот комментарий за час не набрал ни одного лайка. Вот и все. Комментарий должен быть отдельным. Не комментарий под комментарием, а отдельный коммент. И еще, ребята, очень важная вещь. Когда вы пишете очень много комментариев, YouTube их переносит в спам. То есть нельзя вот так вот много-много-много писать комментариев. YouTube их переносит в спам. Так что вы свой комментарий можете видеть, но другие люди нет. Чтобы проверить, виден ли ваш комментарий, выйдите с аккаунта или зайдите через вкладку, не знаю, инкогнито и посмотрите. Если комментарий у вас еще висит, если вы вышли с аккаунта, значит он прошел, значит он опубликовался. Просто если люди вот херачат, один человек, знаете, пишет там по 20 комментариев, YouTube не справляется и многие комментарии попадают в спам. Так что смотрите за этим, следите за этим. Победителя я объявлю в своей открытой группе, выложу скрин и объявлю победителя. Ребята, небольшая такая фишка для вас. Победителя зачастую я определяю в 10 часов, в 10 часов утра. То есть видео выходит в 8 утра, а победителя я только могу определить в 10 утра. Просто возьмите это на вооружение. То есть, если вы сразу будете строчить комментарии, по-любому их все будут лайкать. Потом активность падает, потом комментариев встает уже очень много, и вы не успеваете, знаете, все пролайкать. И тогда я нахожу этот заветный один комментарий, который не собирает ни одного лайка, связываю с человеком, дарю этот счет и дарю деньги. Итак, на этом я с вами буду прощаться. Согласитесь, крутое, да, получилось видео. Много фишек я вам показал, как скальпировать, да, как я нахожу сигналы, потому что я торгую только по одной стратегии, по скальпингу. Показал вам, как выводить деньги. Показал вам фишку со 100% бонусом. Вот берите это все и пользуйтесь этим. Кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Чтобы туда попасть, достаточно написать в сообщение сообщества «Прими в команду». Ребята, у меня только одна группа по заработку, одна оригинальная страница в ВК, в Инсте. Все у меня по одному. Все остальное – это мошенники. Я никогда ни у кого не прошу денег. Я никогда никому не пишу первым, и я не занимаюсь раскруткой счета. Ребята, я наоборот отдаю людям деньги. Каждый день я отдаю по 500 рублей в открытой и закрытой. То есть 1000 рублей в день. В месяц я 30 тысяч отдаю. Посчитайте, да, за 9 месяцев, 3 на 9, 270 тысяч я уже раздал. Я никогда у вас не попрошу денег, будьте осторожны, все мои оригинальные страницы находятся в описании. Также вторая ссылка в описании — это статистика моих сигналов из закрытой группы. Третья ссылка в описании — это канал по торговле, туда подписчики присылают свои видео, там очень много интересной и полезной информации. Не забудьте подписаться на мой основной канал, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем удачи, всем больших денег, пока! Ребята, многие еще спрашивают, где я монтирую. Монтирую я, видите, в Final Cut. Монтирую я на Mac. Еще люди спрашивают, на какую камеру я вот этот вот квадратик снимаю. Ребята, на телефон. Звук пишу я тоже через телефон. У Samsung нормальная камера. Samsung S8 у меня. Нормально пишет звук и нормально пишет видео. Я придумываю в каждом отеле какие-то приспособления. Смотрите, вот здесь я придумал, что камеру можно вот так вот сюда вставить. Да? Для начала я хотел подложить сюда шоколадку, вот так вот, чтобы чуть под углом было, да? Но смотрите, регулируется, да? Здесь лампа. И это очень круто. Мы засовываем камеру, вот так вот. И все, смотрите. Вот, выставили. И вот так вот я снимаю видео. В каждом отеле я придумываю новую фишку. Могу что-то подкладывать, могу как-то вот с телефоном это тоже делать. Так что вот такой вот, ребята, секрет. Спасибо отелю за такие крутые лампы.